победы при, в общем, счете 16-2 настолько слабые соперники? Или СКА настолько силен? Нет, все удачно довольно-таки сложилось. Забили вовремя. И в обороне неплохо отыграли. Прокомментируйте, пожалуйста, обмен, который всех взбудоражил. Два клуба обменяли очень хороших хоккеистов. У нас Андрей приезжает в Финляндию, там на следующий день у него сразу тесты. Он был в круге наших интересов, и я с ним работал два турнира в олимпийской сборной в прошлом году. Он был, и он будет заниматься его развитием, в принципе, молодой парень. Если он будет шагать вперед, как мы на это рассчитываем, то он может быть и кандидатом на следующие Олимпийские игры и так далее. А чья была инициатива обмена, СКА или ЦСКА? Это не ко мне. Я тренер, а не... Здесь в прошлом сезоне говорили о том, что слабо играет в обороне, будете подтягивать эти навыки, я имею в виду Кузьменко. В ЦСКА говорили и болельщики, и специалисты. Я, честно говоря, по олимпийским турнирам у меня не было такого впечатления, но будем, значит, подтягивать, если вы больше меня знаете, конечно. Чем не устраивал Калинин? И тут несколько другой вопрос. Мы пожелали ему удачи, он хороший игрок. Тут просто так бывает в этом мире. Почему хоккей? Мы с ним расстались? Потому что были такие условия обмена. Здесь ни одного матча не сыграл Дергачев. Какие перспективы вообще у него? У него перспективы нормальные, особенно когда он долечится до конца. У него будут перспективы, поэтому просто не может пока. Новички команды Такранов и Якупов в первой пятерке играют. Можете охарактеризовать каждого из них? Охарактеризовать могу, но вы знаете, мы сейчас первый предсезонный турнир, мы сейчас говорить... Вы довольны этим мероприятием? Мы довольны результатом на данный момент, и все, так дальше работаем. Это только первый турнир, поэтому здесь не надо там цветов машины, то есть это ни о чем еще, в принципе. И все-таки вас кто-то удивил в своей команде по первому турниру, в первом турнире? Удивили ребята, и поэтому, но имен, опять же, я очень рано называть, потому что это не предсезонный турнир. А что скажете об этом турнире? Сколько он полезен оказался? Прекрасный турнир, прекрасно организован. Спасибо еще раз Сочинскому, спасибо большому. Он делает все, что в такую погоду, чтобы лед стоял и можно было играть. Поэтому отличный турнир. И видите, какие хорошие команды здесь. Поэтому это тоже очень важно. Просто так на плохие турниры такие команды не приезжают. Не считая лимитчиков, 12 защитников УСКА, кто-то начнет сезон не здесь? Мы, опять же, рано это говорить, еще до сезона, еще турниров, и мы просматриваем ребят, и будем думать, будем решать. Вратар Хельберг сделал заявку, что-то стать основным, наверное, по этому турниру. Это от вас уже второй вопрос, после первой такой же был. Я посмотрел, так сказать, картину, статистика накопилась, призван лучшим вратарем. Мы рады за него, что он хорошо сыграл. У нас также Игорь, он за нас только одну игру сыграл. Он также сыграл очень хорошо, поэтому у нас здоровая конкуренция. И мы идем день за днем, будем смотреть, будем думать. У нас конкуренция. Если Якупов сыграл первую игру, вы скажете, что он заигрывается, исправилась ли у него эта болезнь, на ваш взгляд, по концу турнира? Ну, немножко лучше стал, но можно еще добавить. С кем из центров вы видите Кузьменко? О, как мы далеко пойдем. У нас может. Вы мне скажите, а мы подумаем. Прокопим барабан, предлагаю. Интересный вариант. Но вы не попали пока. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо.